Устанавливаем кнопку Альфа. Прежде чем установить кнопку на изделие, нам необходимо сделать отверстие в ткани. Это можно сделать как дыроколом, если таковой у вас имеется, либо с помощью пресса, пробойника и подставки под пробойник. Вставляем подставку в нижнюю часть пресса, пробойник вкручиваем в верхнюю резьбу. Помещаем ткань между пробойником и подставкой. Нажимаем на ручку пресса. Отверстие готово. Лучше брать несколько слоев ткани сразу. Выкручиваем пробойник. Готовимся к установке кнопки. Одну часть насадки вставляем в нижнюю втулку. Вторую часть насадки вкручиваем в верхнюю резьбу. Помещаем части кнопки в части насадки. Берем ткань с отверстием. Нажимаем на ручку пресса. Первая часть кнопки установлена. Выкручиваем части насадки, меняем на другие. Одну из частей вставляем в нижнюю втулку. Вторую часть скручиваем в верхнюю резьбу. Помещаем части кнопки в части насадки. Берем ткань с отверстием. Нажимаем на ручку пресса. Вторая часть кнопки готова. Итак, мы установили кнопку Альфа.